А вот, ребята, я тут Ниагран осматриваю, да? И, ну, например, вот это гранаты. Плохого качества, бурые будут. Это очень плохого качества корундовая порода, ну, то есть сафиры, но они не огранятся. И вот, пожалуйста, первый на сегодня. Знаете, что это за камень? Как он называется? Вот. Это кусок стекла. То есть, смотрите, с натуральными камнями просто подкинули мне кусок стекла. Причем люди знают, чем я занимаюсь и сколько лет я занимаюсь, но, видите, все равно они продолжают. Вот, собственно, такая ситуация, она везде присутствует, вот во всех странах. Стран, где тебе не подкинут стекла, их нету. Это делают везде.